Тюмень будет претендовать на звание «Город трудовой доблести». Сегодня в администрации прошло заседание рабочей группы по подготовке материалов на присвоение такого статуса областному центру. Собранные документы теперь должны изучить в Российской академии наук и Оргкомитете «Победа». Только после этого указом президента городу может быть присвоено звание. Напомним, весной этого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому городом трудовой доблести могут назвать те населенные пункты, жители которых во время Великой Отечественной войны обеспечивали регулярное производство на предприятиях, проявляли при этом героизм и самоотверженность. Город Тюмень, несомненно, думаю, что достойно этого звания. Тысячи тюменцев, которые трудились в годы Великой Отечественной войны на предприятиях. Большей частью это, конечно, были школьники, это были люди старшего возраста, это были женщины, которые встали у станков и выполняли те нормативы, которые приближали, с каждым днем приближали тот долгожданный День Победы.